Зашли в спа. Здесь выдают полотенца, бассейн. На втором этаже все процедуры. Полотенце я уже получила на все. У нас распогодилось. Жаришка, солнце. Люди отдыхают, дети купаются. Время 11 час. Это, кстати, пятерка. Я узнала, это пятерка. Идем загорать тоже, купаться. Вот морешка. Обалденно. Спускаемся. О, так, кабы не упасть. Хороший отель, неплохой. Хороший. Да, место для анимации, для вечерних каких-то программ. Смотрите, как хорошо сделано. Стулья, столик для каждой компании, чтобы поставить напитки. Слушайте, ну это клево, конечно. Это очень удобно. Очень даже. Ой, какой потрясающий день. Особенно, когда шампусика уже бокальчик выпила. Так вообще кайф. Все ушли в туалет. Я стою тут, сумки караулю. Ну, конечно же, никто не возьмет. Это так оно и есть. Фу. Встану под пальму. Ой, как здесь хорошо в теньке. Как здесь хорошо. Нужно переодеться. Конечно, я бы предпочла купаться в море. Здесь свой пляж. Я сейчас буду пить шампанское в баре. Этот отель я взяла на заметку. Здесь очень доступная цена. Когда приедет мама, возможно, точно так же с гостевым визитом получится сюда прийти, там утром прийти, вечером попить шампанского, покушать, получить вот эти вот комплекс услуг, кайфануть, как будто бы ты в отеле, а спать поедем домой. Здесь гостевой вход стоит $40. В Утопии это 70 евро. В Утопии 70 евро, здесь $40. И в Утопии он до 8 часов, а здесь до половины 10. То есть более чем. И это он находится ближе гораздо. Это вот Кистель, вот прям заехала в Кистель и вот сразу же. От меня ехать 10 минут на автобусе номер 1. Идеально. Мама приедет. Или Иришка моя приедет. Короче, нужно здесь еще раз обернуться. Потом покажу вам обед и покажу вам ужин. Доброго дня. А я пошла пить шампанское. Дождусь девочек. Вот сейчас они вот выйдут. И пойдем пить шампанское. Я с сумками стою. Караулю. Настольный теннис. Вот там вот еще бассейн. Там бар очень прекрасный. Мы прошли мимо. Столики. Здесь йога. И начинаются лежаки. Слушайте, ну кайфово. Я хочу расположиться где-нибудь в теньке и пойти в бар за шампанским. В деревьях никакого тента не надо, никаких зонтов не надо. Вон Лена с Ваней уже лежаки таскают. Ой, как хорошо здесь. Боже мой. Как хорошо здесь. Что, Лена, говоришь? Вот видите? Так, пошло, переодеваться. Все прекрасно. Я просто здесь мужик, слышишь, у нас здесь стоял вот тут вот в 2 сантиметрах еще один. Он взял туда вот еще. Ага. Пошли переодеваться. Да как твою защиту на... Ой. Лена переодеваться, Инна в бар. Там бассейн, там бассейн, там бар. Бар где еще? Ну вот там бар точно есть. Оксана, больше не знаешь, где бар? Вот тот, который мы проходили, и все, да? Ну, это недалеко, я скажу. Конечно, это совсем недалеко. Вот, это вот прям вот за бассейном. Зато мы здесь, смотрите, в каком тенечке хорошем. О, роскошно просто. Как удобно
теньке деревьев очень приятно находиться. Уже разулась. Травка мягкая, классная. Смотрите, как кайфово. Ох, как кайфово, как кайфово. Я раздеваюсь и в бар. Кайфу, Лена принесла шампанское, говорит, за отпуск, говорит. За 10-й день отпуска. Ну, за вторую неделю отпуска. За 14-й, да. За 14-й. А, уже больше. Да. Ну что, пойдем, ребенок, отведу тебя в аквапарк. Я все еще не переоделась. Ну, ей что, в детский отпуск? Утро начинается правильно. Территория утопает в зелени. Первая линия. Вообще очень даже цена доступная. Ну, $40, что это? Нет, там шампанское. Сейчас еще переоденусь и в баре возьму шампусик на нас всех. Босичком иду. Я люблю босиком ходить. Травка мягкая. Здесь чисто. Чего не ходить? Там он. Басик. Неохота даже заходить, знаете, туда. Нафига нужен этот бассейн? Ну, когда море штормит, и ты приехала на отдых, то да. Музыка та-ла-ла-ла-ла. Вот он бар. И вон там туалет. Я не знаю, где здесь переодевалки. Я переоденусь. В туалете сказали, что очень большие комнаты. Народ сидит на чили, на расслабоне. Вы знаете, чем отличается чил от расслабона? Знаете, я вам сейчас расскажу. Это же Жига сказал. Короче. Например, когда вы пригласили гостей к себе домой, вы жарите шашлык, там, отдыхаете, вы на чили. Но вы контролируете, ваш мозг не может до конца отдохнуть, потому что вы контролируете процесс. Вдруг кто-то из ваших друзей спалит вам дом или там квартиру, или что-то натворит. Вы на чили, но не на расслабоне. Если вы бухаете в гостях у друга, вам вообще не надо ни за чем следить. Вы на чили и на расслабоне. Так вот, я здесь. И на чили, и на расслабоне. Прикиньте, да, какая разница? Джиган все расставил на свои места. Жига, я на чили и на расслабоне. И шампанского сейчас возьму. Я буду вот в этой комнате переодеваться. Это, конечно же, не переодевалка, но здесь достаточно места. Комната мать и дитя. Чисто. Так, надела купальник. Щик-щик-щик-щик-щик-щик. Достала чашечки. Думаю, что так грудь будет лучше лежать. Сзади моя жопа смотрится вот так вот. Щик-щик-щик-щик-щик-щик. Ну все, короче, пошла я развлекаться. Вполне достаточно места для переодевалки. Вполне. А это переодевалки, что ли? Прикиньте, похоже, дело вот переодевалки. Ой, я не знаю. Или это туалеты? Я не знаю, я воспользовалась комнатой мать и дитя. Там, поди, тоже можно пройти и сразу в бар. А ну, что-то я буду круги наматывать. Это переодевалки или что? Туалет мужской. Ой, блядь. Женский туалет. А, это женский туалет. А там, видимо, для инвалидов комната мать и дитя. Короче, неважно. Чем так пахнет вкусно? Грибами. Пахнет грибами, знаете, такой под этим. Ух ты, я прямиком в бар.
Это надо же. Я прямиком в бар. Вот это да. Вот это уровень, да, жизни. Сейчас возьму 3 шампанского и пойду. Или 3 апероля взять. Здравствуйте. Апероль. Нету? Хорошо, 3 шампанского. 3. 3 шампанского. Все. Представляете, в стекле. Ой, роскошно. Вот это уровень, да, жизни. 3 шампусика сейчас возьму. Надо как-то так перехватиться, чтобы вот это вот все отнести. 3 шампанского. Все. Идеально. Апероль нет? В Утопии был апероль. Ну что нам, в Утопию что ли ехать? Мы шампанское можем пить. Кайф. Кайф. Сейчас нужно будет прервать на какое-то время съемку, потому что вот это же мне надо тащить. Шампанское надо тащить. И развлекаться нужно дальше. Ага. О, целые бокальчики. Ты что, Кюра, дарил? Пихаем. Лена только что хохотала, говорит, мы, говорит, кто куда не пойдет, да. Все возвращаются с шампанским. Шампанским, да. Самое главное, у нас нету индивидуалистов. Понимаешь? Да. Все за одно. Да. Собой. Да. Чтобы в общую копилочку положить, в общий вклад. И каждое утро у них начиналось там. Да, да, да. Слушайте, ну потрясающая территория, конечно же, потрясающая. Да. Это я сушу свои шмотки. Все в поту, пока я бегала. За нас? Полумесяца. Где мои наушники? Я забирала наушники. Потеряли мы наушники. Нет, наверное, не потеряли. Все найдем. Давайте. За то, что мы сегодня опять собрались вместе. Подожди. Мне нужно перевернуть было камеру. На пляже весь народ. Давайте выпьем за то, что мы такие, что в зону релакса. Ну как ты все выпила? Обнови им. Дай выпью. Собери мне этот пустой. А тебе лимончик не нужен? Я специально с лимончиком. Слушай, обновите. А мне не предложили лимон, я забыла. Я увидела шампанское и быстрее бежать. Ну так вот, давайте выпьем за то, что мы опять собрались в таком прекрасном, красивом, красочном месте. Какой то чудесной компании. Второй раз мы попали, ну вот Утопию мы были, Инна не была красивой. Третью надо повторить. А теперь мы снова собрались. Место новое, красное. Как Инна не была в Утопии? Как Инна не была? Нет, до нас. А, что мы, да. Вот это для нас новое, Утопия для нас была не красивая, а для этого нас это открытие. Место красиво. Ну а третье, это что у нас будет? Вот этот хамам, да, на берегу моря? Да, поехали в хамам вместе. Да, поехали. Я не особо люблю, но ладно, с вами поеду. Давай, на берегу также будем лежать и кайфовать шампанским. Ничего не поменяется, да. Ну все, ну я так могу. Правда, не знаю, ограничено или нет, но ничего не меняется в их жизни, ничего. А будет еще хуже. Да, давайте сейчас еще рилс один снимем со стаканами. Давайте. Ой, девчонки снимают рилсы. Девчонки и мальчишки. Запрета грамми, подписывайтесь, все в режиме онлайн. Говори свой, какой у тебя запрет. Оксаночка, нижнее подчеркивание, Москва. Вот. Найдете, наберите Оксаночку. А Лена Лайф. Лена Лайф. Да. Так, они пляшут. Мы пляшем каждый день, и наши танцы вызывают улыбки наших зрителей. А скоро они еще петь будут. Кому-то вот так. Нравится, кому-то нет. Ну, я думаю, что даже скоро если вы не умеете танцевать, вы все равно начинаете танцевать, потому что если сидеть и ничего не делать, вот, знаете, ничего не произойдет. Нужно двигаться. Нет, я хочу сказать, что многие считают, что танцы это что-то должно быть такое вот обязательно придуманное, профессионально, как танцуют. Я считаю, что если вы попадаете в ритм, значит, соответственно, вы уже танцуете, понимаете, все для души делается. Мне вот, допустим, профессиональные танцы не нравятся, когда вот это вот, да, там, да, знаете, да. Типа хип-хоп. Лена, покажи еще раз. Мне покажи. Нравится. Я для вас танцую. Ну, вот, Оксана, я для вас танцую. Ой. Нам надо от всех подальше, слышите? Потому что я так чувствую, мы сейчас всех за мажай загоним. Так, ладно. Короче, отдыхаем. За нас. Легким движением руки. Именно как всегда, надо фото надо сделать. Давайте фото сделаем. Смотрите, вот какой фото. Давайте сделаем фото. Поставим его на аватарку, ничего больше снимать за не будем. А кто это? Давай. Кто махнет? Я. Давайте.
Нина, все со стаканами. Ты или все, 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 подожди, 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 подожди. Вот сколько у нас пустых стаканчиков. Вот. Так, это мой лежак в тени деревьев. Так, это кепка. Так, 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 это мой лифчик. Шорты сохнут. Здесь все оставляю. Девочки идут в обуви, я пойду босиком. Вы пойдете в обуви? Зачем обувь надеваете? Я босиком пойду. Какая потрясающая вода. О, душ, душ, душ. Nice you meet you. Нико. Смотрите на эту красавицу. Думает, идеи вынашивает для рилсов. Пляшет, идет. Ой, ой, ой. Какая красота. Пока вы с Ваней купались в море, мы с Леной разговаривали. Она вот... А, ты не слышишь? Да, а, в наушниках. Я говорю, пока вы купались с Ваней в море, мы с Леной разговаривали. Она говорит, вот тебе что, вот этот или утопия? Я говорю, этот. Она говорит, да, да. Безусловно. Море рядом, территория вся маленькая, уютная. И все, у нас есть. Шикарный отель. Да. Я уже решила для себя, что когда на следующий год поедем в апартаменты, недельку родителям в этот отель надо. Вот. И море рядом. Вообще все. Вот, нет, вот. Очень. Вообще вот 5 да. С плюсом. Да, вот да. Если сравнивать утопию. Не, ну их нельзя сравнивать. Вообще я считаю, что отели нельзя сравнивать. Потому что утопия тоже прекрасный отель. Но этот и в утопию хочется возвращаться, и в этот, понимаешь? Я, мне вот этот больше понравился. И мы прям с Леной, она говорит, тебе какой? Она говорит, мне тоже этот больше нравится. А мне нравится там, где мы. Вот так вот. Везде хорошо, где мы есть. Сейчас на конечно, да. Сидеть и полежать можно. Все, что хочешь, все, что нужно. Расслабляемся, отдыхаем. Жизнь одна. Это моя жизнь. It's my life. Я выпила 5 бокалов шампанского. 5. Молодец, ты идешь на рекорд. Будем 5. Считать счет какой. 5. Рукой уже вбилась вот сюда вот. Да. 5 бокалов шампанского. Я ее наснималась, сегодня на дерево наступила. Кормежки подошли. Яблоки, груши, бананов нет. Я не знаю, почему сказала бананы. Арбуз. Я бы съела бы арбузиком. Я бы съела. Не я бы съела, а я съем. Вот так вот надо. Я возьму арбузик. Вон там гёзлимэ делают. Но гёзлимэ меня не удивишь. Так. Этот. Самые дальние кусочки. Я лучше буду арбуз есть. Вот этот вот. Я ничего не хапаю. Я чужие кусочки не хапаю. Я буду есть арбуз. Салат мне. Салат мне, ну, не особо. Морковь по-корейски. Капуста. Сыр фита. Лимон вот это вот. Соусы, помидоры, огурцы. Шпинат. Манты несут. Ой, как жарит. Ой, чокса джак. Колай гельсин. Ой. Я решила, буду есть арбуз. А ты не можешь. У нас вот Людмила зрительница снимает. У нас каждый день. Я не сомневаюсь. В вас, девочки, я не сомневаюсь никогда. Что там? Нет? Я буду есть плотно в обед. В прошлый раз я наелась и на ужин ничего не съела в утопии. Это было плохо. Я лучше пожру на ужин и на обед. Эй! Вот я арбуз сейчас поем. И шампанское буду пить. Так, что там? Бургеры, манты. Картошка фри. Ой. Мне не надо.
Я вот арбузик. А есть смысл на обед потом еще? Нет, я хочу на обед тоже. Конечно. Буду пить шампанское, арбуз, а потом пойду на обед. И не надо ни гёзлимы, ни бургеры, нет. Я хочу пообедать и хочу поужинать. У меня в утопии не влезло. Поэтому... арбуз какой сладкий. После 5 бокалов шампанского. Как народ, да, гюзлиме любит. Я вот нет, я вот не особо. Арбуз я уже 2 куска съела, я пошла за шампанским. Девочки ждут гюзлиме, а я хочу полноценно поесть в обед. В обед и на ужин я ничего не буду перехватывать. Никаких перекусов мне не надо. Ой, в бар, посмотри, какая очередь. Ну ничего, я подожду. Ничего. Ой. Слушайте, как здесь вольготно. Тут сам Бог сидел, сидеть велел. Здесь такой тенечек. Ой, как здесь хорошо. Здесь очень комфортно. Тенек. Тенек, тенек, тенек. А вот. Я порядочно выгляжу. Надевала, она такая ароматная, пахнет этим порошочком. Сидим шампанское. Шампанское открыла. Мышка местного разлива. Всем делает коктейли. Вот, пожалуйста. Так. Так, 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 так. Пинаколада, может быть, взять, попробовать. Голубая лагуна. Давай пинаколаду возьмем. Водка, кокосовый ликер. Пинаколаду. Вот все, что здесь написано, все, что они умеют. Пинаколада возьмем, потом... Пинаколада! Уч! Уч таны! Пинаколаду мы здесь делаем. Пинаколада? Ну да, да. Для нас, для всех. А заберем сюда. И пепси одно. А, не, есть у меня пластичек? Пинаколада. Холодный чай. Астити? Ну, астити, да. Потом мы... Ну, конечно. Ну, неужели я, Оксана, возьму для себя, для одной возьму, а для вас не возьму? Смотрите эти трубки. О! Скажи, чай еще. Астити. Новый айс. Так, все. Пинаколада, 3 штуки. Так, все. Оксана уже пьет? Да, давай. Давай. Пинаколада вкусная. Я вот смотрю, что здесь что-то новенькое. А мы все взяли на тебя. Всем по кусочку, слышите? Что-то новенькое я здесь увидела на столе. Слышите, дошла. Посмотри, какие трубки хорошие. О, да, я же... Подождите, подождите, стойте. Пока блогер не снимет, не пейте. Я тоже, подождите, я тоже хочу еще раз. Аккуратно. Вкусно, Лена! Да, идемте. Давайте. Лен, так, 3 раза. Раз. 2. Подождите. 3. У меня запись на видео. Все, теперь пошла. Раз. Еще повторяю. Я Кирилл серьезно снимаю. Ленок, иди. Лена, Лена. Все, она от меня ушла. Ну, давай. Давай с тобой. Что там? Нет, подожди. Да, нормально же? Кстати, вы сейчас снимаете? Дальше мы не снимем. Да, чтобы не ноги, ничего. Снимайте, это снимай, снимай. Да я снимаю. Вот так снимают Ирису. Смотрите, с третьего раза. Раз.
Два. Оксана сейчас скажет. Сказала, нельзя пить, ни в коем случае. А Инна уже выпила полстакана. Команды пить не было, слушай. На словах песня очень популярная. А ты что не сидишь там? Там есть, где же мы. Песня популярная, Ваня сказала. Я зажрата с детства. В общем, девчонки, берите шикарно. Всем по кусочку. Я не знаю, я хочу, Лена, есть в обед. Ну, хоть по маленькому кусочку, а? Женщина там.